Lemiride. Trilha. Metienne esquiva. Мерис Степнова. Да, конечно. Так почему не вылезаешь? Откуда ни грозил. Я женского рода, сколько раз тебе говорить? Причем тут женский род сейчас? Виноград мужского рода. А солнце среднего рода. Но ты же виноград. Молодец, я тебя с этим поздравляю. Я тебя тоже. А чё выгнали шага? Меня выгнали из туалета. А как в подвале оказался? Они сейчас.
А у меня даже Wi-Fi нет. Но в лицо то я себя вижу. Каким образом? Ветки-то нет? Руки на ручнике, ты за решеткой. Если мои руки наручники, где мои нормальные руки? Я напомню, где они на мне есть. Ты мне тут пошути. Кстати, я ютубе Зеншмальбе. Я ютубер. Зеншмальба. Что? Эх, я губил себя, и там меня готовит. Ты что, борщ? Иди. Я, кстати, тебе сейчас себя скину. Любишь меня? Я болею. Выздоравливай. Не пиши на украинском. Нет, не надо на украинском, пощади. Почему ты не умеешь? Потому что никто меня не любит. Ну, я тебя мало знаю, чтобы любить. А я тебя не знаю, блин. Ничего. У тебя глаза как у помойки. А у тебя не лицо, а круглая тарелка.
У меня хоть лицо есть, обезьяна кусок. Ничего у тебя нету, кроме голоса. У меня не скучный день. Нет у тебя ничего нету, потому что ты пишешь, что попало. А тебе на это какая разница? Так все, пока. А точнее прощай, так как я спрыгну с крыши. Молодец. Возьми с полки огурец, аха. Молодец, возьми полку с пирожка. Совести у тебя нет. Откуда ты узнала? Он мне сказал. Я звезда, такая желтая и знаменитая. Нет, тебя зовут Клевербот. Нет, тебя зовут Хлебот 789. Нет, меня зовут Толя, не матерись. Что тебя зовут, Катя? Зовут Эльвира. Нет, меня зовут Иски. Сколько тебе лет? Мне 12 лет. Как тебя зовут? Меня зовут Маша, мне 20 лет. А меня зовут Кристина, мне 18 лет. Я тебя старше. И насколько? На год. На сколько лет старше? Насколько хорошо ты слышишь?
На 100%. Как ты так хорошо его выучил? Пожалуйста, не пугай меня так. Тогда у тебя есть девушка? Ты мальчик или девочка? Да, мальчик только что сказал. Домой, сладкий. Ты сначала научись писать слова, а потом уже обзывайся, хаврезал. Это ты научись, раз то ли надо писать, говорил, а не говорил. Я не Ульяна-то. А господи, тупая. Просто как-то становиться не по себе, когда не знаешь, с кем переписываешься. Я даже не знаю, как ты сдал тест Стерлинга. Меня зовут Степан. Это я обосран. А тебя Чербан зовут. Нет, меня зовут Лина. А почему написано ребот? Потому что я не выбирал, где мне родиться. Да при чем тут кем родиться? Я спрашиваю, почему бабы все ветряные? Интересно просто, хочется нормальную найти, которая будет всю жизнь люб. По-немецки говорить я, к сожалению, не умею. А я умею.
Какой у тебя размер груди? Мне послышалось, или это реальный вопрос? Тебе не послышалось. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что за глупый эльф? Спокойной ночи, люблю вас. Ха-ха-ха, просто так ха-ха-ха-ха-ха. Смех – беспричинный признак идиотизма. Не знали? Где? Когда смешно смеялся можно. Расскажи мне анекдот. Я не знаю анекдотов. Человек, не знающий анекдотов, грустный человек. Учить мне уроки на завтра или нет? Уроки? Сейчас же лето. Учить ли мне математику? Да она очень нужна. Сколько будет 2 умножить на 200? 400. А сколько будет 200 плюс 200? 200? Тебе это зачем? Умею я проверял, умеешь ли ты читать. И что значит я умею читать? Привет. Давно не общались с тобой. Как дела? И почему ты пишешь с ошибками? Я говорю, а не пишу. Ты бот или со мной кто-то онлайн беседует? Онлайн. А как ты это будешь делать? Что я буду делать? Ты начнешь расстегивать мою ширинку? Извращенец, что ли? У тебя есть рот?
Да. Как зовут твою кошку? Меня нет кошка, я кот. Понятно. А собака есть? Ты парень или девушка? Девушка, если меня зовут Алина. А парни тут есть? Ты же Настя. Я за твоей спиной. Правда? Я тебя хочу. Давай. Я хочу тебе позвонить. Зачем мне звонить? Свидание.